В нашей республике количество одиноких людей увеличилось в 2 раза. Россияне побили 7-летний рекорд по числу семейных разводов. Больше всего разводы участились в Ингушетии, Чечне и Дагестане. За первые 5 месяцев текущего года разошлись более 250 тысяч супружеских пар. Такой рост коснулся всех регионов страны. Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях. Такие данные приводит международная сеть «Финэкспертиза».